стадион технических видов спорта. Впервые в нашей стране здесь проводятся экспериментальные автомобильные гонки «Суперкросс» на багги. 16 сильнейших гонщиков страны, 20 заездов, 10 тысяч зрителей и ненастная погода. Дистанцию осложняли не только естественные преграды. На дорожках стадиона спортсменов ждали искусственные трамплины. Часть пути пролегла за трибунами по специально подготовленной трассе. Кому-то достанутся призы, цветной и черно-белый телевизоры. Объединение «Позитрон» установило их только для двух лучших. Вот так в одном из заездов финишировал Александр Лось из Запорожья. Но в итоге он оказался третьим. Второе место у Николая Тионца из Латвии. А победил украинский спортсмен Валерий Мельков